Называется выставка «Юнги морского флота». Она была открыта в этом году. Эта выставка к Дню военно-морского флота приурочена и посвящается нашим морякам. Не только морякам, прошедшим Великую Отечественную войну, но и морским династиям. Например, таким, как династия Катковых, где три поколения Катковых служили военно-морскому флоту и России. Служили с честью. Продолжает эту тему, продолжает эту новеллу выставка, которая будет открыта 20 октября, выставка, которая завершит пленэр 2014, посвященный 70-летию Великой Победы. В рамках пленэра будут подготовлены портреты наших ветеранов, 10 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, каким образом отобраны эти люди, почему именно они попали в список, в портретную галерею. Эти люди уже нашли отражение своей жизни в экспозициях Культурно-эстетического центра и Краеведческого музея. Например, вот Николай Тимофеевич Родионов, Островский Виктор Иванович, и коммунары, которые прошли войну, которые служили Родине и которые дожили до сегодняшнего времени, все эти фамилии, они отражены в экспозиции музея, они отражены в общественно-политической жизни нашего города.